Не думали, не гадали. Это когда-то был театром, как вы видите, красивые ложи. Сидели, смотрели спектакли, тут опереты. А сейчас это один из красивейших книжных магазинов мира. Аргентинский книжный магазин. Это стадион, в котором Марадона играл. Поэтому туда любит. Как называется это? Ля Пампа, да? Ля Бока. Ля Бока. Ля Пампа, слушай, бери. Ля Бока, район. Исполинный район. Plaza de Mayo. Plaza. Шесть утра в Буэнос-Айресе. В Аргентине очень много киосков на улице, книжные, да. Киоски. Пришли кушать аргентинский стейк. Вкусный, мягкий, свеженький. Thank you.
for it. Y me pidas perdón. Yeah.